Чувашия – это моя республика. Ее народ помнит о своих корнях. Из поколения в поколение передает обычаи, чтит традиции. Главную роль в истории России сыграло географическое расположение современной Чувашии. В подлинно историческом смысле это и есть истинное сердце российской Евразии. Свое детство провел в удивительно красивом и исторически богатом месте Порецкого района селе Анастасово. Вся моя жизнь, работа, научная деятельность посвящены Чувашии. Чувашия – это моя республика.